Вы смотрите канал улицы Москвы. Именно Саратовской улице в текстильщиках. Влево второй Саратовский проезд. Прямо улица Линская. А мы, наверное, пойдем в направлении автобусной конечной, которая так и называется Саратовская улица. Пересечение с Волжским бульваром. Здорово. Ну, там, кстати, конечные вот 193-го, 703-го, которые в Печатник идут, а вот 193-й так вообще до Автозаводской. Саратовская улица, метро Автозаводская. Маршрут. Так, остановка второй Саратовский проезд. Ну что-то она далековато от самого второго Саратовского проезда. Именно вот в эту сторону. Но в ту сторону все нормально. Вот тут автобуса, я думаю, практически никто не ждет. Тут вот один 725-й. Здесь больше вот такими вещами занимается. Так, ну пойдем дальше. Ну вот за Волжским бульваром уже такая приятная застроечка сменится новыми безликими коробками. В окрестностях улицы Васильцовский стан. Но мы сейчас туда заглянем, посмотрим, как там вообще. Вот мы были на Волжском бульваре, пока не будем повторяться. Это один из первых был выпусков. 101-й, по-моему.
прошлом году еще. Ну, здесь вот конечная улица Саратовская дальше.